Здравствуйте, подписчики, гости канала. Продолжаем серию Need for Speed Most Wanted. Сразу скажу, что вообще все видео, касаемые этой игры, не несут никакого смысла. Обычные покатушки, убить время. Тут все давно пройдено, все открыто, все состязания выиграны, все машины мои. Так что просто так катаемся. Без них, без всяких мыслей. Короче, чего-то, кого-то там пройти или обогнать, короче. Вот. Обычные покатушки, короче. Ну, иногда смотаться от копов. Да не догонишь. Нет, нет. Даже не пытайся меня догнать. Меня трудно очень догнать. Бу! Не запахан. Не запахан. Возвращайтесь к патрулированию. Прием. Вали те от меня. Эта игра давно пройдена, поэтому никаких состязаний здесь не будет. Мне через час уходить примерно. И вот у меня час свободного времени. Он поэтому решил погонять чуть-чуть. Так, у нас темнеет в игре. Блять, ёбаный шаг. Иди нахуй. Да, я выебнулся. Да, блять, выебнулся. Сука. Мат будет, кому не нравится, смотрите гонки на других каналах. Я родился и вырос в России. Русский матерный мой второй язык. После родного. Чуть не въехал. Красиво, красава, красава. Просто. Ну давай, давай. Я тебя сейчас шандарахну разок. Yes. Отдыхай. И я отдыхаю. Давай, поехали. Где мусор? Мусор где? Yes. Ну где вы, блядь? Я давно ее потерял. 10-4, нужен эвакуатор. Приближаясь к нему, попробую развернуть. Давай, попробуй. Диспетчер, он даже в потоке скорости снижает. Стоит ждать аварий. Принято, передам всем машинам. Передавай. Диспетчер, заграждение не помогло, нарушитель
Ну, блин, а чего же вы полностью дорогу не перекрыли, а оставили мне лазейку? Глупые вы копы. В Америке все такие, да? Наверное. Блин, ночью опасно ездить, потому что, кстати, и в реале такая же ситуация. Ночью ездить очковее, чем днем. Так, тут что у меня? Ниссанчик какой? Ох ты, Skyline. Ну-ка давай-ка. На Skyline погоняю-ка. На япошке. До этого был америкос, сейчас япошка. Но это совсем другой аппарат. Он просто рвет и мечет. Он боженька дороги. А, я же, блядь, еду против движения, нахуй. Ох, ну хрена себе! Ха-ха! Класс! Уи! Из Your Command! В городе гонять неинтересно, там, во-первых, узкие дороги, везде дома стоят. И там вот так вот не разгонишься. СССР. Давай, погнали, погнали. Добро, добро. Чуть в отбойник не въехал, блять. А вот и город. Yes! Луна полная, кстати. Тихо. Ну хоть так, блин.
Schmidt Cargo был. Yes. Ну, неплохо, в принципе. Могло быть лучше. Skyline такой же и в реале, кстати, заряженный просто на все 100. Заехать в сервис, машину отремонтировать, а то она убитая вся. Flying car. Yes. Насмерть стопудово. Диспетчер, я упустил из вида объект. Всем машинам подкрепление. Код 3. Начинайте прочесывать зону с первой машины. Прием. Машина в квадрат. Сука! Всем машинам объект не найден. Прекращайте код 3. Возвращайтесь к патрулированию. Прием. Там на скамейке людей не было. Так бы нахер зашибся. Ламборджини Контач. Ну это сразу видно, это, по-моему, послабее. Все-таки Skyline покруче был. Или он был более заряженный. Контач более базовый. Вот его красный цвет. А нет, по-моему, Lamborghini желтый. Fine hot. Наконец-то светает. Фары можно убрать, в принципе, уже день.
думал, сейчас приеду по встречку. Обошлось, слава богу. Бляха-муха. Там Порше, Спайдермен. Ого! Как меня подрезали, сволочи! Меня чуть не арестовали, блядь! Вот что было важно! Хотя мне бабла дохуя! Идет на удар. Догони сначала, идешь на удар. Ох ты! Сука лагерная. Код 3 классно прыгает. Yes. Flying down. Нихуя я улетел, блин. Ха-ха. Жестко. Всем машинам мы потеряли объект. Перекройте район и начинайте прочесывать. Принято. Переходите к следующему квадрату. Прием. Объект скрылся. Возвращайтесь по своим обязанностям. Ну, сука, откуда ты, блядь, взялся, а? Так красиво заехал, а. Как убрать трафик в игре, блядь? Настолько смотрел, нет такого. Да ёбану. Thank you.
зеленая ламба. Нифига себе. Дежурный дал добро на код 3. Вынесло, называется, блин. Всем машинам, нарушитель ушел, прекращаем погоню. Вот предел этой модели, 280 км в час. Больше он не поедет. Блять! Усоролся просраться. Куда я ехал-то, забыл уже. Ну, правильно. Да, предел 280. Больше он не едет. Блин, вон там БМВ стоит. М3. Хотелось бы мне на ней покататься. БМВ М3, он вообще заряжен в хлам просто. Ну, на такой машине вы меня хрен догоните. Что-то я сомневаюсь. Тут нужен статус погони не выше пятерки, чтобы меня догнать. Бля, нихуя он рвет. Вообще классный аппаратик. Просто пролетел мимо них. Не проехал, а пролетел. На скорости 270 почти что. Флай. Блять. Хотел по красоте въехать. Не получилось, зараза. Не получилось. В принципе, Nissan Z350 тоже прикольный аппаратик. Ну, блин, пока что на BMW. Давайте. Nissan тоже прикольный. Wow.
Во! Почти получилось, короче. И у него такая прикольная расцветка. Да иди ты в жопу. О, теперь по красоте, как будто из салона. Куда ты лезешь? Урод, блядь. Ни поворотник не включил, ничего нахуй. Как, блядь, куда ты поворачиваешь, блядь, шаг? Ты, блин, цвет не меняется, один и тот же цвет. Собака. Да не сигналь ты. И фарами не моргай. Блять. Большая карапузина. Ладно, поехали. Так. Бля, крутой дрифт, смотри-ка. Вообще по кайфу. Чё Nissan творит, а? Subaru? Ну нет, Subaru пока нет. И все-таки у меня получилось.
Ай, дебилушка. Ментовская дебилушка. Fly away. Ну и все, всем удачи, всем пока. Мне пора валить по своим делам.